Чо, куди летим? Говножополь? Там сейчас людей будет, что говна, наверное. Или в этот госпиталь. Или починки. Алло. Я не знаю. Тогда уже в починке. Мы уже пролетели тут. Херню. Прилетели в починки. Что там, у меня парашют мой покорёбил. Юбку мою деревянную в сторону понесло. Сторона понесла. Ровно дерево закончилось. Я, наверное, в ближние эти упаду. Отдельные домики. Своевременная важная инфа. Своевременная важная инфа. А тут с нами никого особо-то нет. Два челика какие-то там где-то далеко. Ну высоко, не знаю. Но два чувака точно падают. Ворот. А с нами два чувака упало. Я понял. Один застрял, Лёх. Он застрял между перегородками. Упал вроде. Ты чё, сука? Я тебя кулаками забью. Мне револьвер для этого не нужен. Мне только пестик, Лёх. Убил. Одного? Кулаками задолбил волка. Бля, у меня только пестик. Он мне наполовину покоцал третью каску кулаками. Тут еще второй есть. Он в доме бегает. На хп нет. А вон он сидит. Убил. Реально, ты это... Вообще, ты понимаешь, что это такое? Он мне наполовину убил третью каску с кулаков. Ну, я чуваку тоже кулаками ломал. Это только он? Только я вторую. Да. Я бы хотел посмотреть, как сварочную каску ломают кулаками. Не такое ломали. Первый броник. Реализм взял. Могу тебе аптечку энергетик дать. Можешь. Я, короче, чуваку попал три раза с револьвера в тело и еще кулаками потом с башка дали. Револьвера. Дверь откройся, спасибо. Тут микро-УЗИ есть, тебе надо? Нет. Кстати, вот этот синий пистолет, если попадать, он что-то коцает. Какой-то там урон есть. Я тот дом залутал. Маленький не лутал, большой лутал. На маленький залутал, там ничего не было. Надо что-то аптечку, не знаю. У меня есть бинты и аптечка, два энергетика. На тебе бинты и энергетики. Там броник первый где-то валялся вроде. Я взял. Каска какая-то, не помню. На третьем. Ну вот это с кулаков, конечно, убивать третью. Я вот утром проснусь такой, думаю, надо потренироваться, выйду с кулака же этот стену прогну. А. Соседскую. Это вообще просто ненормально. Ну как минимум, типа, это вообще дичь. Просто в стену кулаком лупанул. Кирпич отвалился, сосед, привет. Ну а хули? Надо как тренироваться. Каски третьи ломать с кулака. Да. Справа. На 240, чуваки. Я попал в него много раз. А где он был, в поле просто? Да вон, бегает. Нокнул. Там второй был? На С нокнул одного. А я не знаю, где второй. За синим ящиком в поле открытым. Я там такие упреждения брал. Попал. А вон чел по полю бежит. Ну это бред, у меня микро-УЗИ, это забей.
Я по два раза с револьвера попал. Три. А я в него с микроузи попадал. Надо пушку нормальную бы найти. А тут ни хера нету, что залутали, что ли? Два патрона осталось. У меня есть пистолет и микроузи и дробовик. Я ближе подойду. Давай. Я так понял, он поднял своего друга, и они там за ящиком сидят, да? Блин, ну с микроузи по одиночным стрелять на такой дальняк, это капец. Ну, 4 ящика теперь. Ой, я нашел UMP. Корявый. Вон, они направо убежали. А он умрет сегодня? Блин, с УЗИшек далеко так стрелять, это, конечно, говно еще то. Все, убил. Двоих? Да. Блин, UMP настолько сильно кидает по сравнению с микроузи. Да. Или мне показалось? Но меня без обвесов вообще так кидало. У меня такие пушки тут какие-то, кочерёжки, сука, пистолетики. Х2, М-ки, пацанов. Отсосали против микроузи. Против микроузи, у микроузи тут глушитель ПП есть. Стец. Такое говно, короче, мне непонятно. Глушитель ПП мне бы пригодился. Вот тут, на этом чуваке, у того ничего больше нет. Ну один вообще голяка был, я его сразу убил в голову. Справа. Ой, почти М-ка была. 4.16. Нормально. Че они по полю бегали? А ты ПП забрал? А вот. Нет, там лежит, я оставил. Ясно. У меня какие-то тут пушки доисторические, там палки, дубинки. Это что за дерьмо? Ну это тут где-то в домах рубится. Я вижу. На 30, наверное. Я в домик все равно забежал пока. Рядом начал. А, ты. В смысле, я сзади тебя. А вот чел. Нокнул. Второй не знаю где. Реально был чел. А второй я не знаю где. Если он там за домом меня смотрит, то я не смогу выйти. Вперед, залутать его. Сейчас я на крышу залезу. Но если на 120 чувак сидит, то это херово. А, у меня такое есть? Тут всякая... Никого сверху не вижу. О, у него М-ка есть. А я слышу, что-то много шагов как-то от одного человека. Тем более тут далековато был. Ну, он-то на 30 дверь открыта, я не знаю. Через дорогу пока никто не перебегал. Мне передник бы на М-ку. Можно от церковь вернуться, с той стороны посмотреть. Тут дача стоит. Можно сесть в нее, поехать потом в этот... На воду туда.
Ясно. Так что, мы поедем или что? Тут дверь открыта, ну поехали. На сначала на этот, на церковь, что ли? Или не будем сюда ехать? Где-то стреляют кто-то. Не послышалось. Или, не знаю, показали, что с душака кто-то стрельнул. Да, что-то было. Тут, оказывается, много народу было. Ну, наверное. Да, дерево. Я тебя пропускаю, а этот... Ну ты обычно первый входил. Мне похер, могу я первым входить. Тут что, даже никто не лутался, что ли? Их четыре, ясно. Такой топовый дом, и никто не лутался. Обойма на автомат. Зона идет. А мы в зоне? 35 бинтов, нахера мне столько? Там вазик стоит на Е. И дверь открыта. Это не дефолтный вазик. Не дефолтный вазик. Тут еще где-то чуваки должны быть. Может, они уже убежали? В зону поедем на воду или на руины сюда? Можно на руины. На вот тоже, в принципе, норм. Мне кажется, все вот так будут идти в зону. А, никого не вижу. Вон колеса, короче, им пробить просто и все. Голову им пробей. Я люканул или был чувак на С? Чувак на С за забором. Для тебя, наверное, 195-210. Побежал направо. Пи-пи-пи. Ни энергетиков нет вообще. Ужас. Ну это их ждать тут, это такое. Хер вылезет. Будем тут за зонами сидеть. У нас машина есть, у них нет. Ну да. Только мы потом бы заняли позицию и встречали чуваков, а так мы будем туда спешить. И будем въезжать, как обычно, там 20 человек по кругу. Как мы обычно туда въезжаем. Поехали, они сами там, а вон. Слабо он телепортируется. Вообще пипец просто. Ты видел? У тебя тоже телепортировался? Да. На первом этаже в окне был. Слева, справа? Справа. Вон он. Налево пошел. Ничего не знаю. А то свет такой. Пошли, нахер нужен. Пацан, удачи. Ну он вообще так телепортировался жестко. А я думал, это только у меня так. Прям влево, вправо. Я думаю, ладно, буду просто на зажиме куда-то стрелять. У меня еще патронов не густо. 47 на М. У меня 60. На UMP там 100 с чем-то. Почти 200. Опять такое чувство, что кто-то слева стреляет за ушака. Не знаю. Вообще буров нету. Это зона просто кончена. Конченнейшая. Не знаю, как тут ездить вообще можно.
А тут чуваки, походу, есть справа. Где справа? Ну, та же зона, видишь, куда сошлась красная. А. Точно. Кто-то едет. Спереди. Пусть едет. Придем тихо. Машина, сука, застряла. Не слышишь ни хера. Да забей, они на горе там. Они там с кем-то стреляются. Ну, да. Я и пытался услышать. Нахер оно тебе надо слышать? Можем выйти из-под бугра в них пострелять. Да, так и делаю. Они на домике стреляются там. Просто, пока мы туда идем, нам в спину могут... Те, кто в зону идут. Где тут челики? Где-то, мне кажется, перед нами должны быть чуваки. Ничего не вижу. Одни, наверное, в доме, одни вот тут перед нами, в деревьях должны быть. А вон справа один чел бегает. Пусть он придет лутаться, что ли, или что? Походу он лутать. Ты меня сзади. Убил. Он один был. На походу. Он вышел лутаться, походу. Да. Чекнул лицом. Наверное, приехал чувак, они перестреливались, он вышел его лутать. Да, тут два ящика. Да, у него и был глушитель. Второй шлем лишний. Это красный параш. Можно еще громче сделать. Еще громче. Тут глушитель на сайгу. На автомат. Патроны всякие. Вот тут еще вазик есть. Кто-то стреляет. Не вижу. Ты там где? Я могу закрыть тебя вазиком или что? Это стреляют с Е. Ну я понял, что с Е, но я не вижу. Я хилюсь. Это М24. А вон увидел вроде. За холмиком, чуть-чуть левее. Короче, я встаю и бегу. В домик. Тут тачка есть. А, ну поехали. А тут еще трупики. X8. Поехали, короче. Гроза, подожди. Давай быстрее, сейчас он выйдет где-то сбоку. Серьезно? Бля, такой. Все, поехали. Взял грозу? Да. А глушак взял? Да, поехали. Нормально тут лут. У меня М-ка фуловая, гроза фуловая. Ну, брат, патрон. У меня М-ка фуловая и кар фуловый. Там М24 был, допустим. Да, просто снайперка с ушаком какая-то, я не знаю какая. Да, шкара, другой звук. Шкара. Вон, около, по мосту поехали, чуваки, справа. Да мне похер. Когда мне права выдадут в этой игре? В этой машине. Тихо. Ползает кто-то. Я не слышу. Я слышу. Вообще ничего не слышу.
кто-то ползает. Я там не чекал комнату одну. Здесь какую? Я все почекал вроде. Я стреляю. Где он ползает? Сна. Я с тобой. Такие выстрелы, ну. Блин. Чё оно мимо летит? О, попал. Два раза попал, алё, где мои фраги? Машина в воду поехала. А, или это лодка? Пиздец, чувака два раза попал, он живой. Можно сдохнуть там уже? Сука, если бы я в воздухе попал бы, это вообще катастрофа, сука. Для чувака. С разы попал, с эмки попал. Пиздец, да у меня X4 стоял, я на зажиме с X4 стрелял, это был вообще пиздец. На S вроде чуваков нет вообще. Там в доме в каком-то были на 75 чуваки. Сука. Так с него кровяки вроде нормально повысыпалось. С него на протяжении всего того, что он ехал. Всей жизни. На патроны это нужны калаш. На патроны нужны калаш? Да. Я понял. То я зараза не постреляю. Нам надо в этот дом, наверное. Поехали сейчас, хули же, потом. У меня на каре всего 50 патронов-то. Могу дать тебе там 30-ку, что ли? У меня 30. Ну на. Типа 30-ка. Урезанная 30-ка. Там полная обойма. Одного чувака, в принципе, можно убить. Да, там можно десяток убить. Там на каждому, если попадать в голову, то там по 5 пулек хватит. Даже еще лишние будут. Слабо лагает. Да, я когда подъезжал, мне 40 FPS больше. Вроде никого. Лохает. Чуваки на 30 НЕ. Между 30 НЕ. Второй. Ваншот, ну там же за будкой. Он так крался. Крадун. Оба за будкой. Пацаны бегут на 285 с воды вышли. Пошли. Блин. В домики большие. Там не видно. А туда еще тачка поехала в будку синюю. Там сейчас будет мясо, наверное. Сука, не попал, пиздец. Попал. Там в синем домике быкуют. Их уже обходят, я вижу чуваков там вдалеке. Но там к ним машина приехала. Чел лежит в поле АФК 330.
Там справа к небе, да? Я вижу просто два. Фука, иди сюда. Да не ходи, блин, убивай сам. Блядь, я ж нажал, лечь. Блядь, дебилизм. Мне в жопу не насуют. Окна. Пиздец, у меня теперь шлема нету. Нам стреляют, открой дверь. На сбоку где-то стреляет НВ. Зон 30, через 30 секунд пойдет. Это там, где я нокнул. Классно. Я большой аптечкой похилюсь. Ты дергаешься. Да я думаю, по дорогу куда-то пойдем. Тут первый шлем где-то был. Наверху что-то. А вот первый шлем. Типа поможет. Надо уже бежать на самом деле. Я уже выпрыгнул. А тут сзади никого нет. Чего? Сука. На пол хп спрыгнул? Я спрыгнул тебе на голову, у меня пол хп снялось. Вообще-то ты далеко от меня спрыгнул. Вообще не лагает, короче. Я даже лишний раз не хочу к тебе подходить, потому что меня телепортнет куда-то. Я далеко от тебя был, ты мне не на голову упал. А на моем экране я тебе чисто на голову упал. Сзади. Да ты за зоной, мудила, сука. Сука, за зоной стреляет животное, блядь. А тут пидоры в доме есть? Не знаю, я пробежал, я сейчас гранат кину. Да нет, гранат. Чек. Машина стоит. Может, в маленьком домике тут две машины. Тут чел сидит у меня в туалете. Чел в туалете сидит. Я понял. У меня гранат нет. Два чела, два чела. Гранату бы кинуть туда. Минус один. Там еще один. Убил. Пиздец, прикинь, я в него стреляю. Его не видно. Он сам выходит. И под пулю, ну когда я уже перестал стрелять, он вышел под пулю, которая... Ну, короче, там такой бред. Короче, он убился пулей, которая уже не вылетала. Блин, у них ни хилок, ни патронов на... разум. Тут только на М-ку патроны. Вот на калаш 200, 100 с чем-то патронов иди. Сейчас иду. Быстрее, 10 секунд. Да-да-да-да-да. Возле синего дома справа я вперед пошу. Там в двух ящиках 100 патронов, хапани, беги. Пипец. Просто в туалете сидят. Справа чел ползает. Попал. За камнем. Попал. А умереть? Все. Как говорится, в Аллах Акбар. Слева чел. Нокнул. Я попал. Как говорится, в Аллах Акбар. Чел бежит. Поднимает его. Убил. Красава. Че, мы... Справа на бугре чувак походу был. Вон он, вон на бугре. Два. Нокнул, нокнул. Он успел за бугор дойти. Блядь. Голову убил. Шок. Никого больше не вижу, что-то. Мы, в принципе, в зоне были, куда я пошел? Не знаю. Пошли назад.
Можно влево в деревья спуститься, встать в зону и стоять, ждать, когда пусть на нас идут. Два чувака осталось где-то. С бугра там же стреляют где-то. А вон за деревом. За деревом 300-300. Да, я не в зоне. И куда мне бежать? Нокнул. Убил. Один чел остался. Он вообще лох. Вообще лох. Жбанчиком, жбанчкнул. А, вот это катка просто. А, а. Как сегодня такие катки вообще просто. Вот если бы всегда так играть в эту игру, я бы в нее вообще играл бы просто вот проснулся, играю, лег, играю, не проснулся, ем, играю, всегда играю. Сру, я играю. Так, я так и играю. Просну, но играю. Нет, так я не буду. У меня 11 кило. У меня 8 всего. Ты там в конце как начал этим десятками убил.